вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам покажу очень классный эффект. Лучше посмотрите мой пример. Почему такая красивая луна? Все зимние тайны навсегда познаем. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! И кстати, смотрим видео одного лайкера. Вот его аккаунт, и давайте смотреть. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. И для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наше видео. И я вам покажу, как это все смонтировать и на Android, и на iPhone. Чтобы это смонтировать на Android, нам понадобится программа Lite Motion. А чтобы на iPhone, VideoStar. Ну что, погнали! Для начала зайдем в лайк и выберем прикольную музыку. Ну я выберу вот эту. Включаем. И теперь я поставлю период, чтобы сделать слоу-мошку. И кстати, нам нужно закрыть наше окно. И сохраняем как частное. Конечно, у меня задний вид не очень, потому что я живу на низком этаже, и у меня одни дома. А тот, кто живет на очень высоком этаже, тому будет легче убрать хромаки. Ну, давайте сохранять как частное. А сейчас я вам покажу еще один способ. Я уже зашла на музыку и ставлю период. Ну вот здесь. Теперь мы снимаем, что мы открываем наше окно. Включаем. Снимаем дальше.
сохраняем как частное. О, а вы напишите в комментариях, какой способ вам понравился больше. Я зайду в Google и выберу прикольные картинки Луны. Заходим в Light Motion, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9 и создать. Нажимаем на плюсик, медиа и выбираем фотографию Луны. Теперь нажимаем на перемещение и изменения и на стрелочку в квадратике. Увеличиваем до нужных размеров. Теперь снова нажимаем на плюсик, меди. И теперь нажимаем показать все фото и видео. И выбираем наше видео, которое мы сняли. Оно у нас добавилось, поэтому мы нажимаем перемещение и изменения. Выбираем квадратик со стрелочками. И теперь мы можем спокойно перевернуть наше видео. А теперь мы нажимаем стрелочку в квадратике и увеличиваем его до нужного размера. Теперь выделяем наше видео и разрезаем в том месте, где мы хотим, чтобы у нас появлялась Луна. Выделяем вторую часть, где у нас будет Луна, и нажимаем эффекты. Добавить эффекты. В разделе цвет и свет выбираем эффект затемнения и осветления. Подстраиваем болтунками так, чтобы наше окно было белым. Теперь обратно нажимаем эффект, добавить эффект, и в разделе цвет и свет выбираем экспозицию. Теперь снова нажимаем эффект, добавить эффект, и выбираем эффект Raise Color. У нас открывается меню, и мы нажимаем на красный квадратик. У нас появляется палитра красок. Мы выбираем пипетку и наводим на ту часть, где мы хотим, чтобы у нас закрасилось. Ну, наводим на окно. Теперь ползунками отрегулируем. Снова нажимаем эффекты, добавить эффекты. В разделе маска, ключ, выбираем эффект хромакея. Нажимаем на зеленый квадратик. В палитре красок выбираем пипетку и наводим на окно. И я забыла подставить Луну под это видео. Подставим Луну под вторую часть видео. Растягиваем Луну до конца нашего видео. Отрегулируем ползунками те эффекты так, чтобы нам нравилось. Один минус этого способа то, что убираются боковые части окна. В Кайтмастере это тоже можно сделать, просто убрав хромакей. Я пользуюсь этой программой, потому что хочу наложить тряску и отдаление. Как это сделать, ссылочку на эти видео я оставлю в описании. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Нет, спасибо. Продолжить. И подождем, пока наше видео загрузится. И нажимаем снова на стрелочку «Сохранить в галерею». Все, наше видео сохранилось. Заходим в видео «Стар», нажимаем на плюсик, редактировать видео, видео, и добавляем наше видео, вот оно, и нажимаем создать видео. Теперь разрезаем в том месте, там где у нас появляются обои, ну где-то здесь. Нажимаем редактировать и нажимаем быстрая сплит-сцена, разбить. Мы разбили, теперь наводим на вторую часть, нажимаем действие и нажимаем импорт фото. И выбираем нашу Луну. Увеличиваем ее и переворачиваем.
Теперь нажимаем «Готово». Теперь нажимаем на действие, многослойный клип, нажимаем на единичку и выбираем нашу луну. Теперь нажимаем на двоечку и выбираем наше видео. Нажимаем «Добавить маску» и «Цвет». Теперь делаем наши обои прозрачными. Ну, как-то так, нажимаем «Готово». Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Если вам все нравится, то нажимаем «Создать». Да. Теперь нажимаем на крестик, на стрелочку и сохранить в альбом. Нравится, то напишите в комментариях и поставьте лайк.